Эдоспак – одно из крупнейших предприятий в стране по производству гибкой упаковки для пищевой промышленности. Компания на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции не только по стоимости и качеству материалов, но и за счет эффективного использования современного оборудования, а также применения методов бережливого производства и высокой квалификации персонала. Мы производим в год порядка 8 тысяч тонн готовой продукции, обеспечиваем крупнейшие наши пищевые холдинги страны. Причем мы обеспечиваем не только по территории Московской области и Москвы, это крайняя точка, это Хабаровский жирокомбинат. В нашу продукцию упаковывается примерно, мы делаем 6 миллиардов упаковок в год по 200 грамм, это почти 1 200 000 тонн еды в нашей стране. Побывал на производстве и познакомился с организацией рабочего процесса глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Я считаю, что это компания мирового уровня, не побоюсь этого слова. И я уверен, и вот мы обсуждали с Леонидом о том, что на сегодняшний день у них есть амбиции и дальше в мир двигаться и увеличиваться. Поэтому я, конечно же, желаю компании «Эдоспак», в которой на сегодняшний день работает почти 300 человек сотрудников, и оборот достаточно серьезный, более 3,9 миллиарда рублей. Поэтому я желаю, конечно же, развития, успехов. Главный принцип Эдоспака – превосходить ожидания клиентов по качеству, срокам и эффективности взаимодействия. А теперь, благодаря проекту глубокой печати, заказчики будут получать все виды упаковки по принципу одного окна. Стоит отметить, что в типографском методе нанесения маркировки компания занимает одно из лидирующих мест в России. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.